Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фредовис Плей. Мы продолжаем играть игру под названием The Dark Pictures. Ну, это одна из частей, так сказать. Часть сама называется The Devil in Me. Мы играем за Марка. Вылезли с... как там, вентиляции, да? Да, с вентиляции. Выбрались, короче, с вентиляции. Сейчас шаримся где-то. Я так понимаю, это этот самый бассейн. Черт. Черт, побьяри. Закрыто, ну это как бы ожидаемо. Ничего, ничего. А, недоступно. А, лампочки тут. Понятно. Назад. Нет, тихо. Назад. Как назад? Ага. А, назад. Такая. Ага, вот она. Красным, зашибись. Так, это мы отсюда вылезли. Это самое, что у нас там? А, мы по... Это что, нельзя сюда попадать? Мы, получается, да, походу, нельзя попадать туда. Потеряли, короче, одну... Не будем расистами, чети. Хе-хе, расистами. Забыл, как называется. Как это называется? Ты специально? Я не понимаю. Осмотреть. Осмотрел. Дверь. Дверь мне запили. О, этот самый чистить. Бассейн. Я собака. Не? Не. Это так тяжело открыть их, наверное. О чем это я вообще? Потеряли одну девчонку. Как зовут, не помню. Что-то мне подсказывает, что там что-то есть. А еще что-то мне подсказывает, что мне... Мне туда не хотелось бы падать. Зашибись. А если взять... Где тут фото? О, зелененькое, слышь, нихера себе. Ладно, будем фоткать. Раз зелененькое. Уж смотреть. Рука. Боже. Настоящая. Ключ. Он убери. Раздевалка. Это, наверное, та. А можно его... Да, тихо. Заслепить его можно будет, нет? Далась. Так подходишь, мол, чувак, ты ж... О, дверь. Дверь мне запили. Да ладно, что открыть нельзя? Это ж... Цепь просто обычная. Вау. Я сам себя заслепит. Короче, тут ловить нечего, я понял. Это был тонкий намек. Нам сюда. Я так думаю. Открыть. Униз, вправо. Здрасте. О-о-о-о-о-о, так же можно и самое. Кони двинуть. Ну сейчас, секунду, я забыл секундомер поставить. Секундомер. Поехали. Что-то накинется на меня и сожрет. Да я понял, что тут чувиха стоит. Ну так а толку с нее? Камера не двигается. О, начал двигаться камера. Полотенце. Сухие полотенца. А че музыка про...
Музыка пропала. Сука. Сука, кто здесь? Верните музыку. У меня глаз... Глаз дергается. От ваших этих самых. Там кровишка. Кровище там. Ну, давай. Боже. Ты не умеешь резко открывать дверь, нет? Что здесь случилось? Ну, кто-то, походу, судя по всему, проломил. Кто-то, судя по всему, проломил башкой. Что-то это самое. Крепко, короче. Так, ладно, надо сфотографировать. Да, спрячь. Ебать, хорош. Прикольно. Я даже не довел. А, все, да? Ну, доставай. О. Ебать, да хорош. Хорош там. Панику разводить. Ух, сука, чуть не обосрался. Ух, сука. Что это? Что это? Хуй мама знает. Ядрить так можно реально обосраться, слышишь? Бля, реально задолбало. Отлично. И что это такое? Кольцо? Ох, да вы задолбали! Ты, сука. Это, конечно, жестко. Блять, да кто там ходит, сука? Что за черт? Вот именно. Какого хрена? Что, сука, происходит тут, а? Иногда мне кажется, проще, чтобы ты откинулся. Там что-то... Да хорош! Не хочет фоткаться, ну и хер с ним. Кто здесь, сука? Да хватит! Сколько можно? Всякие звуки непонятно. О, здрасте. Воу! Как-то неожиданно. Бойлер. Литров на 30, наверное. А чё загорелось на улице? Свет. По идее, я ж нет открыть все, я понял. Значит, дальше идем, да? Тут ничего, никого. О, погас. Опять загорелся. Что там закрыто? И тут закрыто. Что-то может падать, я не пойму. Крысы, сука. Дяденька, мышей повыводите тут. Крысолового. Каши мало ел или шо? Ну давай. Ух ты! Бля. И шо там? Прекрасно. Вот это вышел бы сейчас бы. Навсегда вышел. А это кто, Чарли? Ну, конечно, Чарли. Здравствуй, друг. Тебя там подозревают в этом самом. В замешательстве. Шо там такое?
Так он спрыгнул. Чё он там орёт? А где тут зажигалка, алё? Ага, все, я понял, тут они не работают. Так, да, делаем круг. А вдруг? Опа, а вдруг? Хотя нахрена они им нужны, если он меня заглючило. 300. Охренеть. Откуда его? Ой, извиняюсь. Марк. 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 Надо не так, надо... Марк. Марк. Ай, Марк. Ебанулся, Леша, он это карать. А ну тут где-то, да? Шо оно, бля? Ку-кы. Ку-кы. Чё ты ку-кы, конечно? Понаделывать деревьев, ёпт. Куй-куй. А это, кстати. А это, да, кстати, оно там закрыто. Насколько ты можешь видеть, да? Походу, там можно залезть. А что тут у нас? А где вход? Ляп-ляп-ляп. Ляп-ляп-ляп. Ага, ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Я справлюсь. Пищавое дерево. Писклявое. Такое? Чё такой вид? Открыть. Open the door. Шо там? Шо там было? Кто там бегает, а? Кто опять? Бля, счетчик, да? Счетчик на улице. Где дождь идет? И щитовая. Хренячить весь дождь туда. Водичка. Годится. Поехали. Да еб, не промахивайся. А куда везти? Ага, вон куда. Ты опять сейчас запищишь, да? Опять будет. Раз. Ты шутишь? Раз, я сказал. Он сам. Я понял. Управление. Ну, разворачивай давай, если ты не хочешь. Ты что? Вот так вот, вот так вот, а да. Крути, верти, не давай, епти. Все. Ну давай попробуем так. Да ладно. Стой. Мне кажется, ты рано прыгнул. Тут что-то было в кустах. Что-то шурудело, мне кажется. Что это? Что это было? Мабуть, НЛО. Ух, вот эти хрустящие. Хрустящие деревья. Вот, отсюда можно вылезти, да? Нет, нельзя. Я думал, можно вылезти. Что тебе вообще тут за***дился? А что тут? А тут ничего. Ну и фиг с ним, пошли дальше. Не понял. Тут как бы это самое... Да подожди ты, не так, не торопись. Не торопись, Кейси. Спрыгнуть. А если я не хочу, там туман стелится. Ладно, все равно пути другого нету, правильно? Эй! А тут обойти можно было, да? Ладно, проверили его физи... Хорош, ёпта. Ау! Хорош меня пугать. Так, и куда? А, там вода, да? Ну да, просто вода. Ляп.
И что там? Ничего. И никого нету, да? Никого? Никого. Это типа на вид посмотреть или что? Яка красота там. Ух ты, бля, что это такое? Это собака. Вроде бы. Там хер его знает. Так, надо быть наготове, если что, его носком. А где Марка, ебать? Где, сука, Марка? Тихо. Нет, туда я не пойду, пусть даже светится. У меня монеток хватает, я манал. Там собака побежала. О, шабака. О, шабака, бля. Шабака, сука. А, помогите, выпустите меня. No energy. Entry, то есть. Ну и хрен с вами. А, за мной гонится собака. За мной гонится собака. За мной... Не понял. Что за... А куда мне? Слышь, там пес. Меня съест. Ну открой. А куда мне? И ничего не выбирается у него. Ни вверх, ни вниз, ни влево, вправо. А что делать? Слышь. Слышь, подышь. Ага. Все, я понял. Наверх. Ох, черт! Да ладно, ты уже почти залез. Ну, одно радует, там замок. Да, попробуй достань. Будем надеяться, она не достанет. Курс изменил, прекрасно. Она теперь попробует меня достать, да? Сюда. Да ясен хер, так сюда тоже понятно. Так. Налево или направо, да? Типа длинная или короткая? Блин, тут столько входов, это капец. Давай пойдем прямо, тоже мне. Что там, ну упрёшься ты, это лифт, да? Да, он не работает. Упрёмся мы в лифт, толку с этого лифта. Если мы в него упрёмся. Ага. Ну получится сразу тю-тю. Да и хер с ним. Тю-тю так тю-тю. Какой-то дом. Это не там, где женщина была? Тихо, тихо. Да, ну на. Что все? Фу ты нахрен. Я... Да тихо. Марк, какого хера? Чарли? Так ты ж втащил. Ты живой? Ты мне ребра сломал. Да ладно. Чарли, я... Я думал, ты умер. Да, я мог. Извини, что я думал. Как ты оттуда выбрался? Да, я тоже тебе рад. Я чуть не поджарился. Знаю. Мы видели. Зашибись. Видели? Что за херня? Ага. Как ты вообще выбрался оттуда? Где все? Марк. А чё он уклоняется? Они живы? Эрин нет. Что? Дюмет убил её. О, господи боже. Та-да. Во что я всех втянул? Расскажи мне, Чарли, во что ты нас втянул? Когда убегали, мы разделились. В этом отеле куча всяких ловушек. Дюмет с нами играет. Надо валить отсюда. Пошли к парому. Он не работает. Мы решили идти к маяку, попробовать послать СОС. Полная жопа, конечно. Подожди-ка. Я с ней уже попрощался.
Да ладно, я думаю, чё он без света ходит? А он зажигалку спёр. Ну, хопа. Какой свет. Прям вообще освечивает все. Туда нельзя. А куда? А как ты тут? Во как. И зажигалка проходит прямо мимо этих самых сетки. Отлично. Боже. Шо? Дом как дом. Чё ты? Чё ты божикаешь? По идее вообще, в принципе, там уже было просто прыгнуть, разогнаться и все, и там уже как бы нормально все было бы. Нет, блин, надо тут именно усложнить все эти самые процедуры. Пройти все препятствия, задуманные разработчиком. Шо там, дырка вверху. Там стропила, чьи как они, лица называются. А шо, свечку зажег, а света нету. Слышь, до этого просмотра она светила как лампочка, как фонарик. Сейчас вообще ничего не светит. Эй, иди ты в баню. Так, сдалась. Это трубы? Ничего себе, вот это прикол. Давай, прыжок. С переподвы под вертом. Подходи, Марк. Но. И Марк такой... как дерево то. Ляп. Может, поможешь? Нет, чтобы помочь старику. Что ты, как ты крутишь ее? Нахрена ты? Остановись, все, ну тебя в баню. Ты хуже только делаешь. А еще громче. Да ладно. Вот так просто. Ну, чем так воняет? Хером твоим. Зажигалку возьми. Вот это я понимаю, лампочка. А че свеча? Я видел собаку. Да, я. Освещает только правую сторону. Испугался до усрачки. Она теперь тоже тебя боится. А что там внутри? Это холодильники? Ну, открой те. Хэт чего? А, The Herald. Две головы лучше. Найдены два тела. Которые поменяны головы. Фу, гадость. Два тела, которым поменяны головы. Охренеть. Получается, женщина стала мужиком, мужик стал мужиком. Фу. Шо это? Прячься, прячься, прячься. В холодильнике прячься. Мужик. Блин, два мужика завалили по уже нахрен, да и все. И что там? Я же там так и не посмотрел, не успел. Твою мать. Это так и было. Что это? Это... Тише. Одежка? Сиди. Тихо. Нахрен.
это столы для трупов, для разделывания труп. У него нож в руке. Бляха, шмелюха. Главное не посрать. Годится живые. Как-то подозрительно, один раз. Там у девчонки раз 4, наверное, нажимал. Тут один раз только. Охрень... О, камеры. Не, зажигать не будем сейчас. Тут будет подозрительно. Стоять, а что это? А. Так мы тут были, толку. Везде компьютер, по три монитора. Мне бы столько. Мне один тут старенький уже мучает. Все, нет. Ух ты, я думал, кто там? Это Марк лазит. Ты обалдел так пугать? Боже мой. Что? Зачем это? Он хранит тела жертв. Охренеть. Зачем? Охренеть. Для него это ценность. Трофеи. На память. Ужас. Тихо. Дюмет явно много знает. Кто здесь? А не может быть, что он здесь не один. В смысле? Делать роботов, следить за домом и ловушками. Это реально в одиночку? Реально. Если он безумный и очень упорный. Бу. Да. Да? Ну, шо, двигай. Не бу. Вы меня прям таки разочаровали. Ах, твою мать. Прикинь, ты Дюмет. Охрен, засаливает, что ли? Ля, еще компы, то одни компы везде. Компы, компы, 21-й год, нормально. Игра 22-го, 21-м году делали. Мистер Ли Гаррисон. А, переверни. Обработка идет по плану, зафиксированы регистры. Понятно. Короче, он их мумифицирует, да? Замена ацетона завершена без негативных последствий. Повторение, понятно, через неделю. Мумифицирует. Мумифицирует. Как он правильно? Мумификация. Фу, ебать. Фуна. Здравствуйте. А я хренею. Препаратировать удаление жира. Пропир... Фу, блин. Псих какой-то. Честное слово. Ну что тут? Марк Дакаскас. Подожди, там была... Что это? Так, подожди-ка. Там... Что-то, ага, вон, ага. Тут просто этот самый. А, пуф. Так я сюда его не достану никогда. Опа, плеер. Поехали. Всем подразделениям. Будьте начеку. Подозреваемый мужчина, это предположительно филер. Подозреваемый агент ФБР Гектор Мюнды. Он вооружен и очень опасен. Диспетчер, это офицер Мартин. Вижу машину Мюнды. Пришлите людей. Офицер Мартинес, где вы находитесь? Склад на Паркове. Фултон Ривер. Выглядит заброшено. Офицер Мартинес, подкрепление в пути. Оставайтесь на месте. Так точно. Черт.
Он меня увидел. Офицер Мартинес, оставайтесь на месте. Черт! У нас тут проблема. Диспетчер, сдай пожар. Пожарная бригада в пути. Он еще там. Вы слышите меня? Он все еще там. Подожди, Мюнде сгорел, так что неужели это тот самый? Дюмет это все-таки. Что-то просто осмотреть. А он выход, да? Подожди, я понимаю, что это рычажок дернул. Может, это выход? И тут дверца и откроется. Но тут-то сверху. Ага, вон. Угу. А ну сейчас попробуем, подожди. Шутишь? Ну я понял, что то этот самый. Так, надо, короче, наверх попасть, правильно? Я отсюда пришел, да, я отсюда пришел. Вот ящик этот. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Мне нужно наверх попасть. Правильно? Да, тут закрыто. Вот сюда мне надо. Ага, вот куда его поставить надо, я понял. Взяли и поехали. Чем боком не ездит, а? А, тут мышка регулирует. Все, я понял. Давай, залазь. Ну, чё стал? Что такое? Поставил или что? Шутите? Вот это угол сыграет роль? Я не понял, вы издеваетесь? Ну залазь. Что? Что не так? Да это ж оно. Уже супер хорошо. Чё он не залазит? Что не так? Блядь, издевается, честное слово. А, я понял. Делаем все сами. Это трупик? Ебать. Я херею. Что это? Еще одно кольцо. Гаррисон и Льюис. Я худею. Что оно? Кто здесь? Ну покажись. Охренеть, сколько их. Опять тишина. Сука, ненавижу тишину. В этой игре тишина это что-то всегда мрачное. Жуткое. Происходит. Так, мне тут надо перелезть. А как это сдвинуть? Вы шутите? Ну ж вашке. Не такое уж и вашке. Не сломайся. Это ты кому? Это мне или ящик?
Ля, четко лысиной прошел. Давай, иди. Первый подопытный. Ты ж у нас любишь высоту. Шо там такое? Глаза по 100 рублей. Гривен точнее. Доллара США. Зачем идти по одной? Их две. Можно... Можно по две идти. Было. А, зашибись. Вот это ты парень дал. Осталась-то одна. Тихонько, тихонько. Все хорошо, все нормально. Идем, идем. Еще можно назад пройти. А вон и маяк. Подожди, там мне осталось... Три, да? Три человека тут. Вот эта девчонка и два мужика. И все. Остальных-то я потерял. Ёлки-моталки. Здравствуй, собака, да? Скидыш. Куда, направо? Да нахер надо. Пойдем налево. Ух ты, какая спортсменка, слышь. Это так пошустрее бегает, не то что дед тут. Старперышка. Что там? Ага, мост и какая-то заброшенная лачуга. Прых. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опять это куи. Куи. Сука. Подлюка такая. Ох, что это псина. Или это не собака? Вроде как собака. Ну иди, чё ты. Ой, оно такое большое. Это размахивает как маяком. Визитка. А, не, не визитка. Карточка. Фрэнсис Морелло. Вот это бог знает, где она лежала, да? Ты еще смогут. Кому ты тут это? Поразбрасывал. А еще что-то есть? Документы. А что это, подожди? Инферно. Спасибо за чудесный... Что это? Дядя Фрэнсис. Это стопудово псина где-то бегает. Прыгай уже. И музыка. А это что? Карман? Или что? Похоже на карман. Или на кусок куртки, что ли? Иди ты нахрен, ты задолбала. Шо? Тут ты посмотри на нее. Шурудящая скотина. Прям так и ждет. Чтоб укусить за ногу. За ляжку так. А что то направо? А тут налево. Тут под мост. А что здесь? А зачем две дороги делать, а? Давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, хижина. Стой. Бегите от Дёма, это, смотрите.
Фермерский дом. Подожди. Подождите. Секундочку. Назад, пожалуйста. И вниз, пожалуйста. О, поместье. Просто если там бежать от Дюмета, значит там получится продолжение, правильно? Ну, я так понимаю, предполагаю. По крайней мере. Что здесь? Что у нас? Что у нас здесь? Монетка. Тьфу ты, ну ты. Я думал, хоть что-нибудь отбиваться. Да давай уже. Пальцем позакрывала все эти самые. Что там? Тихо, аккуратно. Интересно, если она упадет в воду, она утонет. Так, здесь, возможно, может быть какое-то оружие. Ну, собака, по идее, не должна быть. По идее. А там хрен его знает. И зажигалка, да? Или что это? Там ключ. Ключ. Чё ты? Ой, фу, гадость, Сара. Сарай, то есть. Рука. Рука чья-то. Охренеть, кто-то мертвый. А ну, а постучать. Ага, закрыто, понятно. А, о, ключ, подожди. Получается, заперся чувак и помер. Господи! Мой. Да ладно. А, это коп. Без башки, ой, без руки. А, фонари, да ладно. На один секрет. Труп мужчины. Без руки. Зашибись. Ну и шо? И что мне это дало? Пистолет какой-нибудь или что-то, я не знаю, там хотя бы ножик. Ничего нет. Ничего, просто найден секрет. Все, найден секрет. Да ёпрсетем, а на я ваши секреты. Найден, говорит, секрет. Зашибись, найден секрет. Да ёпрсетем. Пора закругляться уже. Сейчас дойдем до того дома. Давай, двигай. Булками. А я должен убежать от Дюмета еще. Должна, точнее. Я должна убежать от Дюмета. Вниз, конечно, давай. Раз, два, три, четыре. Сейчас собака такая. Ха! Загрилок. И потащила к себе в барлогу. Так. Чмех. А тут не показывается до автосохранения. Так, здрасте. Ну, сука, жрет там, блин, а, тихаря. Ну, он жрет, нахуй. Хорош жрать. Кокос. Коко. Коко. Ко. Клео ойл. Ойл. Ух и ойл. Тихо, блин, сидеть там. Место, сука. Хорош, но это капец какой-то. Ваши эти звуки надоели мне уже. У меня же глаз дергается. Опа, опа. Что там? Осмотреть. О, мыша. Что там такое? Там шо, блядь, динозавр, нахуй.
Или что там такое? Кто там? Покажись. Да стопудово тут бабка эта. И она, походу, труп уже. Седуха такая. Старенькая. Что у нас там по времени? Угу. Осталось ерундень. Ладно, открывай давай. Собака. Да, чтоб тебя. Собаку не трожь. Изверг. Ага, так вот куда Марка может это сам насадиться. Тише. Что он, походу, тоже не любит собой это самое. Собака его. Собачка, не надо. Не надо, собачка. А чё это? Подожди, она нападала на Чарли, а на нее не нападают, на Кэтлин. И что, ты хочешь собачку придушить её? Ты что, с ума сошла? Не, ну я не могу. Нет. Ой. Пиздарики. Нет! Ты что фартануло, слышишь? Фартануло, повезло! Опять бежать, да? А собака, интересно, померла? Он же не убил собаку, не? Не, не убил. Или убил? Не было показа. Блин. Так, ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Сейчас будем продолжать играть в эту игру, естественно. Надо же ее все-таки допроходить. Поэтому всем до встречи, до следующего раза. Всем пока. You're